Печкин против Хватайки. Эдуард Успенский. Однажды почтальон Печкин прибежал к дяде Федору и кричит: «Вашего галчонка надо в милицию сдать! Он около магазина у одного младенца в коляске изо рта соску вытащил!» «Подумаешь, соска, — говорит Матроскин, — цена ей 3 копейки!» «Сегодня соска, — говорит Печкин, — завтра кольцо золотое!» И тут как раз галчонок Хватайка влетает, а в клюве держит часы на цепочке. «Вот, — говорит Печкин, — надо вашему галчонку наручники на клюв надевать!» «Верно, — говорит дядя Федор, — Хватайка, он несмышленый. Он что хочешь может утащить, хоть ключи от машины, хоть сережку из уха у какой-нибудь бабушки». «Представляю себе картину», — добавляет кот. «Хватайка сережку тащит, а бабушка на него клюшкой замахивается и может его треснуть». «Я и говорю», — соглашается Печкин, — «надо ему клюв резинкой замотать». «Нет», — говорит дядя Федор, — «мы что-нибудь другое придумаем». Дядя Федор целый день думал и купил Хватайке колокольчик на шею. Когда Хватайка на что-нибудь нацеливался, все ему говорили: «Кыш, кыш!» И не надо было его клюшкой трескать.